Короче, друзья, тут такое дело. Лукашенко хорошо выпил. Холодно, зима, он поддал. Вот. И решил прокатиться без охраны, без никого, на машине. Взял крутую тачку. Вот. Едет там зигзагами, там едет. И, короче, уморился. Решил немножко поспать. Лег и спит на переднем сиденье, короче, а окна открытые. А там дети играются недалеко. Они увидели это дело, решили пошутить. И бросили ему на грудь дохлую белку. Лукашенко просыпается, короче, утром, видит эту дохлую белку и звонит Путину. Владимир Владимирович, что такое дело неприятное? А что такое? Понимаете, мне кажется, что я перепил и имел личные отношения с белкой. Путин, и что? Вы представляете, у нее сердце не выдержало, умерла. Не знаю, что делать.